Добрый день всем, кто будет смотреть это видео. Меня зовут Ольга. Мне в этом году исполнилось 37 лет. Я по образованию проектировщик, строитель, технолог, деревообработчик. То есть у меня два высших образования. Я работаю в строительной сфере. Ну, так сложилось, что сейчас я в очередном декретном отпуске. У меня вот четвертой дочке 5 месяцев исполнилось. Это уже четвертый мой ребенок. Поэтому временно не работаю. И занимаюсь в основном детьми и частично работаю дома. Фриланс. Про тренинг Павла Колесова узнала случайно из рекламы в Фейсбуке. Это был изначально тренинг «Сбыча мечт», 5-дневный марафон бесплатный, на который я записалась, потому что это как бы входило в круг моих интересов, тем, чем я по жизни интересуюсь. Ну, я не собиралась в нем участвовать, так посмотреть для сведения. Ну, так получилось, что все 5 дней марафона я участвовала, прослушала все, несмотря на то, что Павел иногда ведет по 4 часа занятия, и времени подряд 4 часа слушать не было. Я там вечером перед сном как-то досматривала до конца все занятия. Много информации, которая там была, я уже знала, что-то подчеркнула для себя новое. И самым новым для меня стала как раз-таки вот возможность устранения внутренних конфликтов. То есть та мысль, что если что-то в жизни не получается в течение какого-то длительного времени, там год-два, то явно тут мешает какой-то конфликт. У меня как раз-таки было так, что я вот понимаю, что я хочу вот это, начинаю что-то действовать, как-то загадывать желания, еще что-то. И в некоторых сферах все замечательно, все быстро сбывается. А в некоторых сферах жизнь подбрасывает мне возможности, а я не могу за них ухватиться. То есть что-то там на подсознательном уровне меня удерживает. И даже не столько сама мысль того, что это можно устранить, а того, что это можно сделать быстро, меня очень-очень как-то так воодушевило, и я вписалась чисто в школу коучинга «Устранение внутренних конфликтов» по тарифу Platinum. По поводу программы могу сказать, что очень хорошо составлено, очень-очень много информации. То есть я понимаю, что всю эту информацию с первого раза вообще нереально усвоить. Надо будет просматривать еще несколько раз, но даже того, что вот я смогла у себя в голове сложить в какую-то, структурировать с первого прослушивания, это уже очень-очень огромная какая-то куча новых знаний, которые нужно применять, использовать. И очень радует подача материала, которая сделана очень интересно. То есть ты один там каст дослушал, домашнее задание сделал, и думаешь, быстрее бы уже его проверили, чтобы открылся доступ дальше. Уже хочется новое узнать, что-то новое попробовать, очень интересное. Те же самые Голдинги, книжка, которую Павел рекомендует, первая часть, я первые 50 страниц читала, наверное, больше 2 недель, потому что очень таким не очень интересным языком изложено. Хотя дальнейшее уже очень интересно. А у Павла все очень интересно изложено. По поводу своих результатов, ну, результаты явно есть. Жизнь становится с каждым днем лучше и лучше. Таких результатов, чтобы вот что-то измеримое, я могу сказать, что меня очень радует тот факт, что с помощью вот этой технологии устранения внутренних конфликтов можно избавляться от боли, можно лечить какие-то болезни. В частности, я вот с дочкой поработала, хоть она серьезно это все не восприняла, для нее это была игра. Она смеялась, там какие-то комментарии выдавала. Ну, дочке 10 лет, мне удалось, у нее в районе глаз болело оба глаза, причем 3 дня подряд. Мне удалось с ней поработать, у нее исчезла эта боль прямо во время коуч-сессии, и больше так и не появилось. Вот. Еще могу отметить, что
Вот дочке сейчас исполнилось 5 месяцев, и в прошлый раз, после прошлой беременности, мне потребовалось 3 года, чтобы прийти в форму физическую. И я со страхом думала, что после этой беременности, а беременность четвертая, то есть каждый раз-то происходит все медленнее и медленнее, у меня уйдет 5 лет, чтобы вернуться, да. То есть я за беременность набрала там больше 22 килограмм. И вот 5 месяцев дочки, у меня уже весь лишний вес ушел абсолютно. К тому же, как-то я сама себя стала лучше чувствовать, лучше себя ощущать, как-то даже физически какие-то вот морщинки на лбу были мимические. То есть я подозреваю, что я меньше стала лоб хмурить, из-за этого ушли они. Что еще можно по этому поводу сказать? Ну и в принципе я себя начала чувствовать более уверенно в каких-то ситуациях. Очень как бы все зависит от конкретных запросов. То есть какой-то запрос, ты его прорабатываешь, получаешь какую-то часть определенную, какой-то результат. Вот. Я уже около десятка коуч-сессий проработала в качестве клиента, столько же примерно в качестве коуча. Могу сказать по поводу коучей, которые работают уже как коуч-консультанты Павла Борисовича, работала пока только с 2. Один меня совсем не впечатлил. Многие однокурсники работают лучше. А вот Дмитрий Иванов, отдельное ему огромное спасибо, провел, наверное, самую-самую-самую впечатляющую коуч-сессию. Ну, там, конечно, и тема была такая глубокая. Вот, замечательно работают. Ну, и одногруппники, в принципе, тоже с ними, когда работаешь, тоже очень хорошие результаты. Конечно, у всех свои тараканы, и иногда эффект получается более поверхностным, иногда более глубоким. Но, в принципе, это развитие, это новый опыт, в любом случае, это очень интересно. Однозначно могу порекомендовать эту программу для всех, кто захочет в нее вписаться, потому что можно устранить внутренние конфликты в любой абсолютно сфере, то есть финансы, семья, какие-то личные отношения с другим полом, с людьми, на работе, болезни, вылечить. Абсолютно вот в любой сфере она найдет применение, поэтому стоимость этой программы оценить просто нереально в какой-то денежном эквиваленте. Я очень рада, что сюда вписалась. Я очень рада, что меня впереди ждет еще в моем конкретном варианте еще золотой безлимит. Я смогу еще какие-то тренинги Павла пройти. Вот, поэтому всем-всем-всем, кто планирует, кто раздумывает, очень-очень советую, вписывайтесь. Ну, 100% не пожалеете. Главное, не лениться, выполнять домашние задания и двигаться вперед. Всем пока!